С 1 сентября сбор и утилизацию всех отходов на территории области возьмет под контроль единый оператор. Сегодня завершен первый этап конкурса. Комиссия вскрыла конверты с заявками. Претендентов двое – Московская Хартия и спецтехуборка, объединившая несколько ярославских организаций. Основные критерии – стоимость услуг и количество сотрудников. Победителя выберет комиссия в течение 10 дней. Единый оператор вводится в соответствии с федеральным законом. Это сделает работу прозрачной и позволит оптимизировать процесс, а также закупить технику и построить дополнительные станции сортировки.